Всем приветики. Пришел ко мне такой адаптер питания. Был просто в почтовом пакетике с пупыркой, а там лежал такой вот обычный пакет. Вот. В нем лежал такой адаптер питания. Не знаю, выдает ли он столько, сколько написано. Проверим. Ну и вот обычный такой, с такой штукой я маленькую такую брал. Для того, чтобы подключить к часам. К этим часам у меня здесь просто стоит через переходник. Я просто покупал себе для них специально такой вот адаптер. Просто там было от USB нужно было... Ну, у меня был такой провод, только на выходе USB. Нужно было подключать через USB, а я взял адаптер, но он оказался больше. Я через переходник подключил, а сейчас купил уже такой, чтобы сразу подходил. И он подходит. Да, идеально подходит. А был вот такой в комплекте. То есть, получается, с часами в комплекте шел такой. Вставляешь туда, а на выходе USB-шник. Еще эту штуку вставляешь, USB-шник. Ну, короче, не очень. Я хотел сразу, чтобы без всяких USB-шников, и взял себе такой адаптер, но он не подошел, он больше, пришлось брать еще переходник. А сейчас сразу заказал готовое, чтобы без переходников сразу работало. Вот. А эту штуку, почему я купил еще одну, я бы не покупал, потому что эта штука мне нужна для другого устройства, которое мне сегодня тоже пришло, кстати. Они одновременно пришли. Вот такое устройство, и для него как раз-таки оно пригодится. Ну, а адаптер сейчас проверим. Итак, вот он наш адаптер. Включаем в сеть. Загорается зеленым на выходе. Что сейчас будет на выходе, посмотрим. Раскрутим эту штуку. И подключим сейчас часы. У нас тут как раз вот оно подходит по размеру. Да, работают. Да, идеально. И не надо никакие переходники. В оригинале здесь сюда подключался провод. Потом здесь вот была штука для USB-шника. Вставлялась USB-шник. Ну, в общем, переходник нужен был. То есть нужно было вставлять USB-шник. Я хотел цельное. Но взял с большим вот этим штекером и ставил через переходник. А теперь вообще все идеально. Отсюда сразу идет сюда без каких-либо... Я надеюсь, эта розетка отходит, а не зарядная. Наверное, да. Потому что, ну, как-то оно странно. Ну, вроде работает. А теперь я хочу проверить тестером, сколько оно выдает. Ну вот он наш тестер, ставим по стоянку 20 вольт и пробуем проверить. 5,47, а должно выдавать 5 вольт. Мы перепутали немножко, внутри плюс, красный это у нас плюс. Так. А снаружи минус. Ага, я плохо держу. Блин, надо как-то так взяться. Ну, в общем, 5,47 она выдает, если держишь вот правильно. 5,47. Ну, то есть нормально. Хорошо, что не меньше. В сети у нас сколько? 224. Ну, может, из-за того, что лишних 4 вольта. Из-за этого. Ну, с током это мы померили вольты. А амперы, насколько я знаю, нужно последовательно мерить. То есть вот включаем сюда. У меня есть переходник, вот типа вот такая вот штука, конструкция. Вставляем. И провода
к проводам подключаем, получается плюс. Плюс красный внутри у нас, минус снаружи. И мы минусом тестера сюда, а плюсом тестера здесь стоит амперы, амперы. Должно 1 ампер выдавать. Подключаем. Показывает 0,6. А должно показывать 1. Ну или меньше там 0,90, там что-нибудь такое. Вот при этом оно работает. Сейчас. Вот, короче, сейчас подключу. В общем, оно работает. Я включаю. Плюс сюда. Минус туда. И а теперь уже что-то не работает. Вроде же все правильно. А, розетка отошла. Ну вот оно показывает, работают часы, 0,06 показывает. При этом я вот держу. Вот я держу руками. Вот там работает, здесь 0,6 показывает. А почему 0,06? Должно же... Стоит 10 ампер. 10 ампер. То есть здесь максимальная цифра 10. То есть сейчас должно быть 1,00 или там 0,90. Там. А почему 0,06? Он что, вообще что ли ничего не выдает? Или я что-то неправильно делал? Ну, в общем, блин, не знаю. Ну, главное, что часы работают, что мне еще надо. Хотя, я не знаю, надо бы спросить у знающих людей, как именно измерять амперы. И если я правильно меряю, тогда оно совсем мало выдает. 0,06, что это такое? Так что вот такое вот зарядное. Это его штучка закручивавшая. В общем, часы от него работают. 5 вольт оно выдает, даже больше. А по амперам, не знаю, почему оно пишет 0,06. Я включаю последовательно. То есть одно напрямую идет к источнику потребления, а второе через тестер. И показывает 0,06, при том, что стоит 10 ампер. То есть при таком вот раскладе показывает 0,06. Не знаю почему. Может, оно так мало выдает. Может, я что-то неправильно делаю. Ну, в общем. Ну, главное, что часы работают. И это главное. И само оно по себе на вид такое новое, а не зацарапанное. Это бывает, приходит зацарапанное. Такое все вроде хорошее. И по размеру подошло. В общем, все нормально. Вот как-то так. На этом все. Всем покедова.